Друзья, сегодня я вам буду рассказывать о том, что, точнее, даже не рассказывать, а делать предостережение, чтобы вы не переходили вот по подобным ссылкам. То есть переходит вот ссылочка, вроде бы написано что-то интересное, какой-то вопрос, это ты на видео, переходишь по ссылке, а в итоге ты получаешь просто регистрацию на Facebook. Ну или неважно, какая это будет соцсеть. То есть этот использует такую специальную ссылку, которую вы якобы регистрируетесь на этой соцсети, но вы по факту отдаете ваш логин и пароль тому человеку, который как раз вам прислал вот такую вот смс. То есть именно вот эта ссылка является хищением ваших данных. Поэтому я вам советую не делать этого. Сразу человека отправляйте куда-то погулять в магазин и так далее. Не советую вам просто переходить, потому что очевидно, что вы отдаете свои данные. Но как можно больше распространить это видео. Это может быть в разных соцсетях. И в ВК, и в Facebook, и в Instagram, где хочешь, неважно. Они делают это все так, что выглядит якобы вы на этой соцсети, хотите посмотреть ссылку, оно же не так работает. Если вам отправляют ссылку, оно, во-первых, может развертываться уже сразу, показывать примерно, что это видео или сайт какой-то. И обычно, когда вы кликаете на эту ссылочку, вы сразу же ее переходите прямо в приложение, а не нужно опять заново регистрироваться. Вы уже там зарегистрированы, вы уже читаете сообщение по факту. Вот и все. Поэтому не делайте таких глупостей, не регистрируйтесь, не отдавайте пароли подобным людям. Поэтому, чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Дальше больше.